Считается, что самыми лучшими камнями для человека являются те, которые имеют связь с планетой, покровительствующей судьбе человека, родившегося под определенным знаком зодиака. Овен. Камни Овна, алмаз и рубин. Алмаз является красивым и дорогим драгоценным камнем. Алмаз – это символ твердости, невинности, храбрости и победы над болезнью. Согласно поверьям, этот камень обладает чудодейственными особенностями и необычной силой. Считается, что он приносит удачу в различных делах. Кроме того, этот камень придает смелости. Что касается рубина, то он символизирует страстную и пылкую любовь. Поэтому считается, что рубин приносит счастливую любовь. И если рубин у владельца темнеет, то человеку угрожает опасность. Телец. Камни знака – бирюза и сапфир. Бирюза считается камнем верной и неизменной любви. Кроме того, существует поверье, что бирюза приносит счастье супругам и помогает им помириться, а также сохранить мир в семье. Но вот злобным людям и тем, которые не соблюдают существующие законы нравственности, бирюза приносит несчастье. Что касается сапфира, то он считается символом верности и целомудрия. Он считается хорошим талисманом влюбленных и новобрачных. Он привлекает удачу и симпатию со стороны окружающих. А также сапфир оберегает от клеветы. Близнецы. Камни знака. Агат, берилл и хризолит. Считается, что агат спасает от ядов, сглаза и прочих опасностей. Также считается, что данный камень делает зрение острее и дает владельцу умение красиво говорить. Берилл приносит человеку счастье в любви, а также делает его приветливым и жизнерадостным. Хризолит, согласно поверьям, защищает от дурного сглаза, клеветы и зависти. Также он помогает при болезнях нервов, глазных заболеваниях и дает спокойствие. Если хризолит имеет оправу из золота, то считается, что этот камень способен предохранить от материального ущерба и неудачных контрактов. Рак. Камни рака, селенит, изумруд, жемчуг и кошачий глаз. Селенит также называют лунным камнем. Этот камень помогает в любви, а также способствует преодолению возникающих на пути к любви препятствий. Кроме того, считается, что этот камень помогает человеку принимать правильные решения. Изумруд способен отогнать дурные сны, спасти от любовного коварства, припадков и уберегает от злых духов. Этот камень надежды, мудрости и хладнокровия. Изумруд считается мощным талисманом, который помогает в лечении проблем со зрением. Считается, что человек, который носит изумруд, будет долгожителем. Лев. Камни знака. Янтарь, топаз, хризолит и оливин. Считается, что янтарь способен вылечить многие болезни и защитить от дурного глаза. Кроме того, этот камень приносит владельцу камня силу и здоровье новорожденным детям. Хризолит отгоняет кошмарные сны и приносит человеку спокойный сон. Также считается, что этот камень лечит заикание. Одной из разновидностей камня хризолита является оливин. Такой камень приносит удачу в любых делах и приносит богатство. Топаз подскажет верный путь в делах и поможет увидеть намерения врагов. Дева. Камни знака – нефрит и сердолик. Нефрит может укрепить жизненные силы и помочь справиться с болезнями почек, мигренью, а также помогает улучшить зрение. Кроме того, данный камень уберегает от дурного сглаза и дает удачу в азартных играх. Он помогает сохранить верность окружающих. Что касается сердолика, то он помогает изгонять бедность. Считается, что этот камень лечит зубную боль и оберегает от белой горячки и расстройства желудка. Также он защищает от любых недоброжелателей и придает храбрости. Считается, что камень будет эффективнее, если ему сделать оправу из серебра. Весы. Камни знака – лазурит и опал. Лазурит смягчает недостаточную выдержанность, которая свойственна некоторым людям. Этот камень рекомендуется носить тем людям, которые страдают какими-то кожными заболеваниями, ревматизмом и эпилепсией. Что касается опала, то он, по поверьям, приносит успех во всех начинаниях.
Правда, для этого человек, который его носит, должен быть благородным, неэгоистичным и не должен стремиться к обогащению. Другим людям рекомендуется остерегаться этого камня. Скорпион. Камни знака. Карбункул, аквамарин, коралл и гранат. Карбункул считается талисманом беременных женщин. Кроме того, есть поверье, что карбункул уберегает военных от ран. Аквамарин считается символом взаимной любви, а также символом уважения. Данный камень излечивает болезни зубов и горла. Что касается коралла, то он укрепляет память, помогает при лечении язвенных болезней, отпугивает демонов и оберегает от дурного глаза. Гранат считается символом любви и дружбы. Кроме того, он помогает справиться с высокой температурой. Стрелец. Камни знака. Топаз, аметист и хризолит. Топаз помогает увидеть намерения врагов, а также может подсказать верный путь в делах. При этом мужчинам он дает мудрость, а женщинам плодовитость. Согласно поверью, аметист может вызвать любовь к тому человеку, который его подарил. Прежняя любовь в этом случае заменяется равнодушием. Также считается, что аметист приносит человеку покой и удачу. Что касается хризолита, то считается, что он отгоняет ночные кошмары и делает сон спокойнее. Считается, что хризолит в золотой оправе позволяет видеть будущее. Козерог. Камни знака. Малахит, рубин и аниск. Считается, что малахит оберегает от опасности малолетних детей. Также существует поверье, что человек, который будет пить из чашки из малахита, будет лучше понимать животных. Что касается аниска, то он дает власть и возможность управлять другими людьми. Кроме того, он укрепляет память и оберегает от внезапной смерти. Если аниск будет в оправе из серебра, то он поможет вылечить болезни сердца и справиться с бессонницей. Водолей. Камни знака. Циркон и гранат. Циркон называют младшим братом алмаза. Этот камень, согласно поверьям, способен улучшить умственные способности, повысить сообразительность и укрепить память. Гранат считается символом дружбы и сердечной любви. Считается также, что гранат помогает справиться с высокой температурой и с воспалением горла. Его зачастую называют камнем честности, и он считается талисманом влюбленных. Рыбы. Камни знака. Жемчуг и аметист. Считается, что жемчуг приносит счастье. Он способствует долгим годам жизни и благоденствию. Также считается, что жемчуг способен уберечь от мук безответной любви и от дурного глаза. Кроме того, считается, что блеск жемчуга имеет влияние на здоровье его владельца. Аметист считается символом преданной и верной любви. Этот камень может вызвать любовь к человеку, который его подарил. Также он приносит удачу и успокаивает нервы. Напишите в комментариях, кто вы по знаку зодиака и какой ваш камень согласно этому гороскопу. Понравился ли вам результат? Еще больше видео вы можете увидеть, нажав на подсказку в правом верхнем углу экрана или зайдя на канал. Там есть очень много необычных гороскопов, которые обязательно поднимут вам настроение и повеселят вас. А чтобы не пропустить другие интересные видео про знаки зодиака, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик,